Это Марс. Это Марс 3 мая 2018 года. У нас тут парад планет. Полностью скрытый. Какой-то дымкой. Сейчас мы попытаемся поймать таки наших марсиан. Так, ну это, наверное, первый раз так Марс неплохо получается. Значит, 3:33 по Киеву, 3 мая 2018 год. Марс сейчас 56 миллионов километров от Земли. Раз в 15 лет он на такое близкое расстояние подходит. Красота. С Марсом хорошо все. Луна, и где-то здесь еще должен быть Сатурн. Боюсь, сейчас я его так не отслежу через эту дымку, опять придется через фотографию это делать. Но пока для проформы парад планет, в принципе. Вот у нас был Марс, вот у нас Луна, вот у нас Юпитер. И звезду, которая сегодня участвует в параде планет. Звезда в параде планет Спику. Наверное, уже и не видать ее даже. Я невооруженным глазом вижу едва-едва. Аппаратура эту дымку. Через эту дымку фокусироваться не хочет совершенно. Ты посмотри, это у нас Юпитер. Очень сложно поймать при таких увеличениях. Сбежал. Юпитер 4 галилеевых спутника. Но есть там еще и пятый какой-то у нас сегодня проявился. Безвозвратно, да, утек? Уже песня хороша, начиная сначала. Уже хоть чтоб Марс с Юпитером. Да что ж ты будешь делать? Никаких нервов не хватает.
зацепил пятый и опять уходит вниз. Да, ну быстро, ну просто и по небосводу движется быстро. Вот, да, пятый внизу. Не пойму, что это такое. То есть 4 галилеевых спутника, все понятно. Ио Ганимед, Европа, Каллиста. Слушай, мне там уже и шестой что-то мерещится. Или это меня уже глаза подводят. Ладно. Глаза. Погодка нас сегодня подвела. А не глаза. Это дымка, конечно. Могло быть и хуже. Ладно. Чего жаловаться. Могла бы сплошная облачность и какие-нибудь минус 20. Так. Уже у нас начинается рассвет на востоке. Ну, с пику там, наверное, не видно. Юпитер есть. Луна, вот она. Тоже такая мутная, зараза. А. Дымчатая. Тут ни Сатурна, ни Марса. Ну, Марс уже был. Ладно. Пока все. Еще, может, попытаемся чуть посветлее.